Слава ремеслу ткачей! Слава ремеслу горшечников! Слава ремеслу кузнецов! Слава! 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 Слава городу мастеров! Слышали крики?
Слышал, ваша милость. Схватить и доставить. Да. Схватить и доставить. Ну. Долой, иноземный солдат! Долой, иноземный солдат! Слышно, бабушка-то фара. Что у нас слышно? Что у нас слышно? Только и слышно. Хватай, да лови. Давай, иноземный солдат! Крамольник залез на крышу! За мной! Ой. Ох, сынок, сынок, какие времена настали. Сегодня последнюю петуха на рынок носила. А чего же не продали? Не покупают. Люди говорят, бабушка-то фаро, за дешево мы у вас купить его не можем. У нас совесть есть, а за дорого не можем. У нас денег нет. Вот так назад принесла. Я-то по совести думала, что-то ты кричишь. А оказывается, другой какой-то смельчак нашелся. Его здесь нет, господин барон. Вот он. Вот он. На трубе. Попугай. Давай, иноземный солдат! Да кто ж его научил этому? Это я сам придумал! Так и надо проще, скажу! Давай, иноземный солдат! Золотой тому, кто поймает! Золотой-то деньги немалые. Золотой тому, кто поймает! Что? Где он? Вот он. А ну-ка, давай его сюда. Нет, золотой. А не жирно ли будет? Не хотите, так выпущу. Да ну что тут? Давайте. Держи. Говорящий попугай силами моего отряда схвачен и доставлен. Зажги свет, шут. Пусть все видят это чудо природы. Нашелся покупатель. Ох, а чем же мне отблагодарить тебя, сынок? Не птицу надо искать, а человека. Вызвать сюда начальника тайной полиции. Я давно здесь, господин Гильем. А, вы опять подслушивали? Его светлый сказал, что уволит вас, если вы не найдете человека, научившего птицу произносить столь бранные слова. Я не подслушивал, господин Гильем. Я слушал и услышал то, что вы прослушали. Что сказал попугай? Долой иноземных солдат. Не солдат, а шолдат. Ну какая разница, все равно же нас долой. Шолдат вместо США. Что это значит? Это значит, что человек, научивший попугая столь крамольным словам, шепелявит или пришепетывает. Сегодня же мы арестуем всех шепелявых и пришепетывающих и найдем преступника, господин Гильем. Доброе утро, дядюшка Тимоле. Доброе утро, Караколь.
Доброе утро, Караколь. Доброе утро, дядюшка Нинош. Скажи, мужчина, слон сосет соску. Слон сосет соску? 40 домов и ни одного шепелявого, но и город. Если мы не найдем шепелявого, нас уволят. Кто? Кто начальник? Не успеет. Почему? А потому что если мы не найдем шепелявого, герцог уволит начальника раньше, чем начальник уволит нас. О, так, скажи быстро. Скажи, скажи. Слон сосет соску. Слон? Ну, скажи быстро. Сосет соску. А? А? Слон сосет соску. Они лучше бы спросили тебя что-нибудь про верблюда. Что ты прячешь в своем горбу? Золото? Или вино? Горбун проклятый! Не обращай внимания. Не стоят они того. Может, у них еще больше гор, чем у тебя. Иди сюда. Я тебя погадаю. Люди гадают на счастье, бабушка Тафаро. А мое счастье всегда при мне. Как и горб на спине. Что верно, то верно. Но я ведь ничем тебя отблагодарить не смогу. Только гаданием. Так позволь мне, старухе, судьбу твою тебе сказать. Красив будешь. Счастлив. Женишься на первой красавице города. Смейся, не смейся, а то гадание не исполнится. Уж лучше мне смеяться, чем плакать. Так она и полюбит меня, горбуна, первая красавица. Да горб-то, горб-то ведь к тебе не навек прирос. Верь мне, верь, не будет у тебя горба. Когда же это будет, бабушка Тафаро? Когда ты город наш от горба избавишь. Слушайте, слушайте, слушайте! Все, чем богат город, товарами и изделиями, драгоценностями и лакомствами, должно быть немедленно отнесено к столу его светлости герцога Маликорна. И долго мы это будем терпеть? Мы это, может быть, долго. Но есть люди, у которых терпение уже лопнуло. Это кто же такие? Бабушка Тафаро. А ты слышал крики сегодня ночью? Крики? Ночью я спал. А какие крики? Сегодня ночью кричали. Подождем ночи, дядюшка Нинош. Еще не пришло время кричать днем то, что кричат ночью. Почему? Ведь нас никто не слышит. Ну, хотя бы потому, что к нам идет кликляк. Больше двух не собираться! Это почему же? Так сам герцог приказал. Вы что, не слыхали, что ли? А кто соберется в тюрьму? Значит, теперь можно собираться только в тюрьме. Да врет он все, откуда он знает. От папы? А кому же знать, как не мне, сыну бургомистра? Господин Гильон вчера сказал, что единственные люди, которым он доверяет, это мой папа и я. И я. И я. И я. Доброе утро, Караколь. Доброе утро, Вероника. Над кем вы там смеетесь? Над вашим женихом, Вероника. Вот как? Кто же он? Я его не знаю. Кликляк? Он по всему городу трубит, что решил жениться на вас. Ты шутишь, Караколь? Нет. Мне совсем не до шуток. Первый раз слышу, чтобы Караколю было не до шуток.
Какого ты много хочешь сказать, а слов не находишь? А слов? Их и искать не надо. Вон они. Поет Татьяне соловей, но шпагою клянусь, клянусь отвагою своей, я ночью петь боюсь. Пусть солнце жжет, пусть льется пот, но страсти не тая, днем лишь один кликляк поет. И я, и я, и я. Угнездо животное! Дурак! Не срами! Не срами, Бобочка! Дурак! Ах, ты у меня замолчишь! Дурак! Меня замолчишь! Дурак! Поди сюда! Поди сюда! Дурак! Ну, поди, Бобочка, поди! Ух, я тебе дам! Ты у меня сейчас будешь молчать! Дурак! Ты куда мерзкое животное? Скажи, Каракуль, где и когда ты видел брата? Вчера ночью у реки. И как они там живут, без огня, без крова? Подумать страшно. Там не страшнее, чем у нас в городе. В лесу каждый куст тебя укроет, а здесь да. Самые толстые стены для нас не защита. Правда, Каракуль. В лесу я боюсь за брата, а здесь, в городе... Слушайте, слушайте, слушайте! Все жители города обязаны снимать свои шляпы при встрече с носилками герцога или с самим герцогом де Маликорном, покорителем и завоевателем бывшего вольного города мастеров, его площадей и улиц. Сначала с нас снимут шляпы, а потом и голову. Да. Да. Если у человека голова на плечах, а не просто шляпа на макушке, он уж придумает, что делать. Ну, что теперь с меня возьмешь? У кого нет шляпы, тот ее ни перед кем и не снимет. Ну-ка, возьми мою. И мою. Повесь мою повыше. Происходит. Почему на дереве шляпы? А это наш старый городской обычай, ваша милость. Отдавать свои шляпы птицам для их будущих птенцов. Ваша светлость, этот шут на дереве, кажется, смеется над нами. Взять его! Жака. Бедный Жак, какой он был смешной, веселый, хороший. А вот и мой. Нравится?
пьяница. Хорош. А моего еще надо переучивать. Почему? Потому что он уже у пьяницы. И поэтому говорит женским голосом. Все время одно и то же. Что же он говорит? Чтоб ты подавился, проклятый. Вам кого? Мельника. Да чего? Зерново привез. Зачем? Перемелиться мука будет. Ну вот и я достал попугая. А что он кричит? Сейчас увидим. Да здравствуй, герцог! Что он сказал? Чего-чего? Ну, я не знал. Он меня обманул. Кто? Клик-кляк. Это он мне сейчас подарил попугая. Но как он узнал о нас? Ты ему рассказал? Да, но я взял с него клятву, что он никому не скажет. Эх. Как же ты смел это сделать? Но ведь вы тоже взяли с меня клятву, что я никому не скажу. Я думал, так полагается. Предатель! Болтался! Девчонка! Поверил Клик-кляку! Вот видишь, доболтался! Господин бургомистр с сыном! Что же ты собираешься просить в награду его светлости? У меня, папа, только одно желание. Какое? Жениться. Уж как, папа, я люблю его светлость, а Веронику я люблю больше. А при чем же здесь герцог? Так без солдат его светлость, она же за меня не пойдет. Конечно, без солдат не пойдет. Ну-ка, повтори, дурашка, для этого еще раз. Да здравствуй, герцог! Ну, какого черта вы притащили меня сюда, да еще в обеденное время? Я настаиваю, господин барон. На чем? На том, чтобы вы проверили следующего. Ну, хорошо. Откройте эту. Слушайте. Да здравствуй, герцог! Да здравствуй, герцог! И остальные кричат то же самое. То же самое. Ну, что вы теперь скажете? Не верю я этим людям. Ну, вы можете не верить этим людям, но ушам своим вы должны поверить. Я не верю ни людям, ни ушам. Я верю только доносам, доносам, доносам. Проверьте следующего, господин барон. Ну, откройте эту! Да здравствуй, герцог! Да здравствуй, герцог! Да здравствует герцог! Да здравствует герцог! Вы слышите? Вот что значит сила примера. Я уверен, что не пройдет и года, как с помощью наших солдат к этим попугаям присоединится все население. Держите. Я забираю это чудо природы с собой. Зачем? Я хочу сегодня же доложить об этом его светлости. Вы делаете нужное дело, молодой человек. Нужное дело. Да, кстати, ваше имя.
О, господин барон. Да нет, вы не скромничайте, не скромничайте. Я же обязан доложить герцогу, что существует человек, который целиком поддерживает новый порядок, который научил попугая кричать «Да здравствует герцог!» Его имя Клик-Кляк. Клик-как? Клик-Кляк. Клик-Кляк? Да, господин барон. Очень странное имя, но я постараюсь его запомнить. Клик-Кляк. 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 Может быть, ты знаешь, кто возмущает этих кузнецов, сапожников? Как же не знать, ваша светлость? Это горбун-караколь. Попридержи язык. А как ты придержать язык? А, это метельщик, который сидел на дереве. Да. Это же первый смутьян. Он и про попугая придумал, и про шляпу выдумал. Вы знаете, какой у него горб? Во! Ваш светлость, простите, я не знал, что вы так похожи. Ты что хочешь сказать? Что герцог де Малекорн похож на метельщика? Да что вы, ваша светлость, у вас и ноги тоньше, и горб больше, и вообще вы гораздо симпатичнее. Ну, просто мне показалось. Вы понимаете, ваша светлость? А за что ж ты так не любишь этого метельщика? За то, что он смеется надо мной при Веронике. А ты хочешь на ней жениться? Да, хоть сейчас, ваша светлость. Готовьтесь к свадьбе, бургомистр. А когда же будет моя свадьба? Когда ты избавишь город от этого метельщика. А как же я город от него избавлю? Убей. Ваша светлость, если я стану его убивать, он же убьет меня первым. Вы знаете, какой он ловкий. А ты замани его в западню или столкни в яму. Легко сказать западню. А где же ее найдешь, западню-то? Выкопай. Боюсь. Ну что ж, когда Вероника выйдет замуж за Караколя, это будет прекрасная пара. Что это у тебя? Это говорящий попугай, ваша светлость. Да. Зачем принесли? Эта удивительная птица умеет кричать «Да здравствует герцог!» Да. Кто научил? Я. Да-да, ваша светлость. Мне назвали его имя. Ваша светлость, а чем вы меня наградите? Я буду присутствовать на твоей свадьбе. Открой. Ну, почему он молчит? Сейчас. Попочка. Чему я тебя учил? Ну. Сейчас, сейчас. Повторяй за мной. Ну, повторяй. Да здравствует герцог. Да здравствует герцог. Чтоб ты подавился, проклятый. Ну, убьешь метельщика? Обижаете, ваша светлость. Мой меч справился бы с этим лучше, чем он. Ты предан и смел, Гильем, но ты старомоден. Любимца народа должен убивать
не меч чужестранца, а рука его же соотечественник. Не могу я больше работать, сил нет. Завтра же уйду в лес к нашему. В лесу и без тебя много народу, Мартин. Народу-то много, да толку мало. А что они могут сделать, когда у них нет оружия? Они его ждут от тебя. От меня им его не дождаться. Не понимаю. Сейчас поймешь. Видишь? Когда кончишь ковать, все сдашь нам. Теперь понял? Слушай, кузнец, когда ты собираешься делать ограду? Я вовсе не собираюсь. Что? Какую ограду? Железную, вокруг замка. Только делать я ее не буду. И кандалов ковать не буду. И тюремных решеток не буду. Ничего не буду. Хватит, довольно. Эй, берегись, кузнец. Сегодня же об этом будет доложено его светлости. Насчет кандалов и решеток не знаю. Но ограду ты будешь делать. Ух ты. Эй. Это кто же меня заставит? Уж не герцог ли? Поднимай, брат, выше. А тогда кто же? Я. Господа, передайте герцогу, что ограду начнут делать сегодня же. Говорят, Караколь для тебя сложил эту песню, Вероника. Так же, как и для тебя. И для всех, кто держит в руках иголку. Эх, парень, если бы у него не было горба, я бы не пожелала лучшего жениха ни для одной из наших девушек. А я, сказать по правде, и не замечаю, что у него горб. Вот как? Зачем же дело стало? Ведь он тоже с себя глаз не сводит. Подальше от нас. Идут к нам. Зачем? Может, они хотят дознаться, где скрывается брат? А может, они его уже поймали? Что ты? Сюда идут. Только кажется, это не наместник. Он страшный. Доброе утро, сударыня. Которая из них ваша дочь, мастер Ферен? Впрочем, я и сам это вижу. А эти красавицы? Подруги моей дочери. Нет, сударыня, прошу вас, останьтесь. Я не хочу мешать вашей беседе. То, что я хочу сказать, касается именно вас.
мастер Ферен. Не думаете ли вы, что вам пора выдать замуж вашу прекрасную дочь? Даже если бы я знал господина Мушерона и его сына Кликляка меньше, чем знаю, я и тогда не стал бы с ними разговаривать. Прошу вас! Я пришел сюда с его светлостью и могу уйти только с его разрешения. Считайте, что вы его уже получили. Гильом, проводите господина бургомистра до ворот. Мастер Ферен, окажите эту честь дорогому гостю. Ваша светлость, если вы человек... А кто же я? Не знаю, но если у вас есть сердце, позвольте мне остаться с отцом. Поднимите голову. Я хочу посмотреть, как вы плачете. Не смейтесь надо мной. Вы все-таки в моем доме. Вы в моем городе. Я это знаю. В этом городе нельзя дышать с тех пор, как он у вас в руках. Ну что ж, я могу возвратить вашему городу некоторые из его прежних прав и вольностей. Но все зависит от вас, Вероника. От меня? Ну что же я могу сделать? Наденьте вот это. Что это? Это обручальное кольцо моей матери. Наденьте его, теперь оно ваше. Но зачем оно мне? Вы будете герцогиней де Маликорн. Что вы такое говорите? Вы шутите? Я не шучу. Наденьте его, Вероника. Вы будете моей женой. Поднимите прочь, мерзкий паук! Ах, я вам не нравлюсь. Зато вы мне нравитесь, а это достаточно, чтобы я, повелитель вашего города, сделал вас своей служанкой. А я прошу вашей руки, прелестная златошвейка. Вы просите руки, бог вам! За эту маленькую шалость мы еще успеем рассчитаться. Что с тобой, Вероника? Не беспокойся. Мушерон больше не переступит порог нашего дома. Это верно, мастер Ферен. Ни он, ни кто другой. Ваш дом и вашу прекрасную дочь будут надежно охранять. Моя метла в лесу росла, росла в лесу зеленом. Еще вчера она была березой или кленом. Тири-том-бом-бом, тири-том-бом-бом. Ла-ла-дим, 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 бам-бам. Ла-ла-дим, 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 ла-ла-дим. Ла-ла-дим, 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 бам-бам. Значит, здесь он ходит. Стало быть, не для зверя, а для человека яму-то роем. Сейчас человек хуже зверя стал. И ваше дело! Нам хозяин безразличен. Ройте здесь. Привет!
проклятые чужеземцы. Дорогой брат, как вы там живете в лесу среди диких зверей, без крови и огня? Любимый мой внучек, ждем не дождемся того часа, когда вернетесь вы в город, и побегут от вас медноголовые псы. Ну ладно, ладно, все будет хорошо. Нет-нет, провожать меня не надо. Там, где начинаются тропинки, там и чужих людей встретить можно. Прощай, Караколь. Передай привет отцу и Веронике. Прощай, Кирен. Скажи, что скоро увидимся. Скоро. С кузнецами об ограде я уже договорился. Сегодня поговорю со звонарями. Как только все будет готово, пусть звонят. А вы ждите. Слушайте. Ага. Остерегайтесь. Сегодня герцог на охоту выезжает. Держите ухо востро. Господину Гильому, я пойду один. Посмотрю новые места охоты. Сюда, сюда. Ты уверен, что дичь попадется? Уверен, уверен, ваша светлость. Так, так. Показывай. Сейчас. Вот. Отсюда 5 шагов вперед. Так, 1, 2, 3, 4, 5. 3 шага вправо и мы в яме. Где? То есть не в яме, а рядом. Иди первым. Ну? Раз, два, три! Так можно себе и горб набить. А мне это ни к чему, коль я женюсь на Веронике. Ну. Караколь! Если узнаешь, что мы здесь, у нас убьет. Не как здесь кто-то есть. Это я, слуга его светлости, хранитель печати. Вытащи меня отсюда, я тебе хорошо заплачу. И меня! А мне от вас ничего не надо, сударь. Храните свою печать в этой яме. Лучшего места для нее и придумать нельзя. Постой, постой! Вытащи меня! Слышишь? Я дам тебе печать на 3 дня. Целых 3 дня ты будешь управлять своим городом. За это время можно много успеть сделать. Можно послать людей на плаху, можно избавить людей от нее. Бросайте печать. Давайте, ваш свет, давайте. Сейчас, сейчас.
Верно. Перстень с печатью. Ну, если дело идет без обмана. Ладно. Скорее. Скорее, петельщик. Потерпите. Скорее. Давай. Так, давай, тащи. Ровч. Тащи. Крахоль. Крахоль. А меня? Постой. Ты потеряешь перстень с печатью. Его-то я не потеряю. Я теперь только и думаю, что о печати его светлости. Хватайте этого человека! Он украл у меня перстень с печатью! Взять его! Вы лжец, ваша светлость! Взять его! Ваша светлость! Ваша светлость! Ищите ветра в поле! Ваша светлость! Не прикажете ли казнить его сейчас же, ваша светлость? Нет, Гильо. Мы казним его как вора, укравшего мое кольцо на площади перед всем народом. Состоится казнь. Будет казнен преступник и вор, посягнувший на имущество и самую жизнь его светлости герцога де Маликорна, покорителя и завоевателя бывшего вольного города мастеров. Кого это везут, дядюшка Тьмаль? Кто ж его знает? Все теперь преступники, воры. Встань. Я хочу говорить с тобой. В тюрьме сидят, ваша светлость, они стоят. Вот солом, садитесь рядом и говорите. За что с тобой дружат? Звери, птицы, метельщик? А об этом вы у них самих спросите, ваша светлость. За что тебя любят? Люди? Метельщик? За то, что я их люблю, ваша светлость. А за что тебя любит Вероника? Любит? Мне легче сказать, за что она вас ненавидит, ваша светлость. Ненавидит? Потому что я горбат. Но я горбат. Ваша светлость. Здесь кроется какой-то секрет. Открой мне его, метельщик. Я выпущу тебя на свободу. А? Почему ты молчишь, горбун?
Я дам тебе золото. Я дам тебе все, что ты захочешь. Пойми, глупец, Вероника тебе не достанется. Через час ты будешь казнен, а я буду обвенчан с прекрасной Вероникой. Вы с Вероникой? Да, мятежник! Вы не уйдете отсюда! На плаху! Ты поплачешься за это жизнью! Помолчите, ваша светлость! В темноте надо молчать, ваша светлость! Иначе противник, слыша ваш голос, может подкрасться к вам сзади, как я подкрался, и зажать вам рот вашим же манжетом, как я зажал. Прощайте, ваша светлость! Пойдем поглядим на невесту его светлости. Ого. Раздевайся. Ваша светлость, вы потеряли правый манжет. Об этом нужно говорить моему камердинеру. К дому мастера Ферена. В дорогу его светлости, герцогу Домерикорну! В дорогу его светлости, герцогу Домерикорну! Дорогу его светлости, герцогу Домерикорну! Не поймешь, не то свадьба, не то похороны. Да, скорее Вероника умрет, чем выйдет за тебя замуж, проклятый паук. Что ты сказал, кузнец? Я сказал, что ограда для замка его светлости уже готова. Видишь? Ограда для замка его светлости готова! Что? Руку ломит? Ничего, что ломит. Казним метельщика и в отпуск. Гляди, горбун, а? Горбун, слышишь? Слышу. Смотри, как крутится. Пришла твоя последняя минутка. Ваша светлость! Ваша светлость, она бьет посуду и горшки с цветами. Не обращайте внимания. Но она... Бьет их об мою голову? О! А. Разрешите применить силу. Не смейте и пальцем тронуть! Скорее! Факел! Где он? Где он?
Все сюда ко мне! Быстро! Букет! Я сам пойду. Его светлость герцог де Маликорн. Еще шаг, я убью себя! Остановитесь, Вероника! Вероника! Склониться перед невестой вашего повелителя. Ниже, еще ниже. Пошли. Успел предупредить звонарей, чтобы звонили. Хватайте этого человека! Законный правитель города, это я! Прочь с дороги! Хватайте мечельщика! Взять его! Беги, Вероника! Лови его! Лови! Лови! Где Вероника? Я приведу ее, ваша светлость. Где метельщик? Я убью его, ваша светлость. Или я убью тебя? Через полчаса все вернутся с победой и Вероникой, ваша светлость. Смерть метельщику! Лютая смерть метельщику! Пароль для замковой стражи — победа и Вероника. Ты слышала пароль? Победа и Вероника. Победа и Вероника. Сапожник, сапожник, кузнец, выходи. Лес далеко, а беда близко. В колокола не успели позвонить. Помощи ждать нечего. Смерть мастеровщине! Смерть сапожникам и кузнецам! Thank you.
Чего ж они не звонят? В лесу колокола ждут. Победа! Где же наши? Почему не звонят в колокола? Да нет, его светлости герцога Домикорну! Пароль! Пароль победы и Вероника! Пропустить. Победа, ваша светлость! Полная победа! Где Вероника? Идут сюда. Метельщик. Убит! Слава! Слава! Принес гонец, спроси, чего хочешь. Я хочу, чтобы в честь победы вашей светлости звонили во все колокола. Все на площадь! Бейте в колокола! Слышишь? Выпей за мою свадьбу, гонец. За вашу гибель. Метельщик в замке! Thank you.
Ну, ваша светлость. Что, метельщик? Защищайтесь, ваша светлость. Возвращайтесь, побеседуем. Ну, что вы скажете напоследок, ваша светлость? Умри, собака! Ах так! Говорила, что он крылья расправит. О, красив, счастлив будет. О, разве не расправил крылья, милый? Город наш от горба избавил. Плачьте, плачьте, родные. Нет ничего на свете горячей женских слез. Они мертвого поднять могут. Умер, Метельщик! Умер! Вставай! Вставай, сынок! Разве ты не видишь наших слез? Разве ты не слышишь, как смеются и радуются твои враги? Вставай! Вставай! Где твой горб, Караколь? До сих пор был при мне. А сейчас? Вот, сынок, избылись мои слова. Видно, не горб был у тебя за спиной, а сложенные крылья, как у птиц. Убил злодея, и расправились твои крылья. А ну, держись, медноголовые! Thank you.
кричит. Стороне об этом сказать мудрено. И цифры, и буквы на полотне от времени стерлись давно. Но если от времени стерлись года, оно не сотрет никогда рассказа о мужестве верных сердец, рассказа, где есть и любовь, и беда, борьба, и счастливый конец.